Куба – райский остров под жарким солнцем. Белоснежные пляжи, кристально чистые океанские волны. Остров свободы. Былая романтическая любовь всего прогрессивного человечества. Сегодня туристический аттракцион. Последний оплот социализма в западном полушарии, живущий девизом «социализм или смерть». Полвека вся Куба отмечает годовщину атаки казарм Манкады. Первое поражение Фиделя Кастро, которое в итоге обернулось победой. Мы защитили революцию и социализм. Сражение 26 июля. Это было всего лишь начало. Его жизнь прошла на виду всего мира. Но настоящего Фиделя знают немногие. И только единицы из них решаются говорить открыто. Я помню его очень тихим, мягким человеком. Совсем не похожим на того, которого вы видите по телевизору. Но со временем он превратился в этот образ. Думаю, подобное происходит со всеми людьми у власти. Алина Фернандес – одна из нескольких внебрачных детей команданта. Точного числа не знает никто. Нам удалось разыскать ее в Майами. Вместе с сотнями тысяч кубинцев она бежала в страну, отношения с которой определили всю современную историю Кубы и ее бессменного лидера. My good friend Roosevelt. Мой дорогой друг Рузвельт, я счастлив, что вы будете президентом еще один срок. Если хотите, пришлите мне в письме 10 зеленых американских долларов, потому что я никогда не видел 10-долларовые банкноты. Спасибо вам большое. Ваш друг Фидель Кастро. Это письмо, обнаруженное недавно в американских архивах, 12-летний Фидель написал еще в колледже. Первая попытка вступить в диалог с Америкой заканчивается неудачно, как и все последующие. Фидель же не был коммунистом совершенно. Его сделали таковым американцы. Просто его подтолкнули в наши объятия. История отношений с Америкой уходит корнями в колониальное прошлое, когда Куба боролась против испанского гнета. Отец Фиделя прибыл на остров вместе с испанским корпусом, направленным для подавления беспорядков. На помощь островитянам США бросили 20 тысяч своих солдат. Куба обрела свободу, рецепт которой воплотился в знаменитом коктейле «Куба Либре». Ром, сильно разбавленный Кока-Колой. Американцы несколько раз пытались присоединить Кубу к себе. Они ее называли перезревшим яблоком, который вот-вот упадет к нам. После поражения испанцев Дон Анхель Кастро остался на острове. Купил землю, открыл дело, сколотил солидный капитал. Мать Фиделя Кастро работала в доме служанкой. Отец долго не хотел признавать рожденных от нее детей. Позже в такой же ситуации окажутся внебрачные дети самого команданта. Впервые я узнала, что он мой отец, когда мне исполнилось 10. Это был большой сюрприз, потому что он был единственным мужчиной в доме, и то заходил только время от времени. Я испытала даже некоторое облегчение, потому что детям в школе тогда нужно было писать, кто их семьей покинул страну как контрреволюционер. Мать Алины, Натери Войлта, была звездой кубинской богемы 50-х. Остров и в те времена считали островом свободы. Только свободы другого рода. Неоновые огни казино, ночные клубы, где блистали Фрэнк Синатра, Эва Гарднер, Марлен Дитрих, и горный рай, где заправляли короли мафии Лаки Лучано, Мэр Лански и Сантос Трафиканте. Ну, была сахарницей и публичным домом для американцев, и еще сигарным островом. Вот, и все, в общем, они, это были довольно серьезные доходы, и все укатывалось, конечно, к северному соседу.
Надежность денежного потока обеспечивал Фульхенсио Батиста, диктатор с революционным прошлым. Батиста был одним из главных действующих лиц революции, которая продолжалась с 1933 по 1940 год. В 1940-м он снял военную форму и в результате демократических выборов был избран президентом. Хосе Араско – еще один нежелательный свидетель из прошлого, которого нам удалось найти. Одноклассник Фиделя в престижном колледже для золотой молодежи. Батиста был из другого круга, из бедняков. Свои университеты будущий диктатор проходит в армии. В сентябре 1933 года молодой Батиста возглавляет бунт сержантов под лозунгом «Куба для кубинцев». Но сам сержант сразу после революции наносит визит специальному посланнику США. Мятежи, рождение диктаторов и тоталитарных режимов – все это школьные годы Фиделя Кастро. Социальные идеи Гитлера и Сталина еще только внеклассное чтение из школьной программы. В колледже мы были с ним очень дружны. И кроме того, что все время, конечно же, ходили на основные уроки по классической программе, мы вместе с Кастро посещали специальные семинары, которые постоянно проходили в нашем колледже. И на этих занятиях мы изучали вопросы политики. Это высказывания известных политиков и социологов того времени, и такие учения, как марксизм и фашизм. После колледжа Фидель поступает в Гаванский университет. В те годы бурлящий котел студенческих группировок. По статусу ни полиция, ни армия не могут даже находиться на территории университета. Здесь правят радикальные анархисты и гангстеры. Политическая борьба напоминает войну между бандами. Фидель не расстается с пистолетом. Трижды его обвиняют в причастности к убийствам, но всякий раз без доказательств. Чтобы защититься от гангстерских группировок, помню, когда я учился в университете Гаваны, одно время мне даже приходилось ходить с телохранителем. Мы противостояли другим революционным группам, которые существовали в университете, и в которых большую роль играл сам Фидель Кастро. Даже женитьба оказывается крепко замешанной на политике. Мирта Диас Баллард – девушка из богатой и влиятельной семьи, входившей в окружение Батисты. Такому родству они были не рады. У Мирты родился сын, которого назвали в честь отца Фиделито. Но семейная жизнь не сложилась. Когда Фидель сядет в тюрьму, Мирта разведется и тут же выйдет замуж. Сына Фидель оставит себе и больше никогда не женится. Хотя прослывет настоящим сердцеедом, к удивлению друзей своей юности. Он был очень робким и медлительным в отношениях с девушками. Как-то раз он был влюблен в красивую девушку, которая жила по соседству с нами. И многие ребята по вечерам даже ходили с ней общаться. Фидель тоже ходил, но он никогда не мог сказать ей о своих чувствах. Просто был в нее влюблен и ничего не говорил, потому что умирал от страха. И вот один наш товарищ, довольно непривлекательной внешности, влюбился в нее и в итоге женился на той девушке, которая нравилась Фиделю. Помню, Фидель тогда очень злился. После университета Фидель возглавляет молодежную организацию ортодоксальной партии и готовится к выборам в парламент. Он обладал особым магнетизмом. Когда он начинал говорить речь в каком-то сквере, то постепенно люди, не имеющие отношения к этому району, приходили и оказывалось, что слушать уже 10 раз больше. Ораторское мастерство Кастро станет частью легенды. Одного появления команданта будет достаточно, чтобы сотни тысяч людей, затаив дыхание, ловили каждое слово, каждый жест. И только близкие Фиделю люди знают, каких усилий потребовало создание этого образа.
Есть одна любопытная вещь, которая многих удивит. Он очень стеснялся выступать публично. У нас в колледже была академия ораторского мастерства, которую я тоже посещал. Так вот, чтобы попасть в эту академию, нужно было без бумажки подняться на трибуну и развить тему, которую тебе дали час назад. Фидель Кастро 2 или 3 раза проваливал вступительные испытания. Дошло даже до того, что директор академии сказал, надо ему к коленкам привязать колокольчики. Так они у него тряслись. 1952 год. Правительство погрязло в коррупции и связях с мафией. Несмотря на огромные инвестиции, большая часть кубинцев живет за чертой бедности. Лидер оппозиции Эдуардо Чибос обещает в прямом эфире представить документы о воровстве в правительстве. Но документы исчезают. В знак протеста Чибос застрелился прямо в эфире во время своего предвыборного выступления. Пленку с этой записью Фидель позже возьмет с собой на штурм казарм Манкады. Кастро считали преемником Чибоса. Но его уверенное движение к власти становило очередной военный переворот. Если бы не было переворота Батисты, такого правого толка, проамериканского, наверное, Фидель бы прошел классический путь политика в том буржуазно-демократическом государстве, который возможен был, если бы действовала нормальная, легальная демократическая среда. То есть стал бы депутатом, возможно, стал бы сенатором, потом кандидатом в президенты. И я уверен, что он бы был президентом Кубы. 10 марта 1952 года армия вновь становится на сторону бывшего сержанта Фульхенсио Батисты. Он прекращает действие Конституции, разгоняет кубинский конгресс и отменяет выборы. Как я уже говорил, он восхищался Сталиным, Гитлером и Муссолини. И самого Фиделя вполне можно ставить в этот ряд. Он всегда обладал дьявольски гениальной способностью предвидеть различные ситуации и просчитывать их на несколько ходов вперед. По некоторым данным, за год до переворота Кастро встречался с Батистой в пригороде Гаваны. Кастро предлагал поддержку в случае, если Батиста намерен совершить переворот. Но Батиста заверил, что таких планов у него нет. Батиста бы никогда не отдал свою президентскую власть. Это совершенно бесспорно. И американцы, которые считали его сукиным сыном, но своим сукиным сыном тоже, я думаю, не спешили бы его менять на какого-то либерального адвоката. 25 июля 1953 года. Улицы Сантьяго-де-Куба заполнены шумной карнавальной толпой. Гремучая смесь из рома и самбы бурлит второй день. Город ненадолго затихает под утро, чтобы проснуться от шума выстрелов. На 165 человек было что-то 5 винтовок, 4 автомата и что-то вот, вот такое вооружение. Но они были настолько полны уверенности, что надо сбрасывать этот режим, что пошли. Штурм казарм Манкада стал днем, который приведет Фиделя Кастро к власти. Пройдет всего несколько лет, и провальная операция станет вот такой азбукой революционной борьбы. В 5 утра, достав из тайника оружие, группа во главе с Фиделем отправляется к военному городку. План рушится с самого начала. Несколько машин по ошибке проскакивают нужный поворот. Автомобиль Фиделя сталкивается с патрульной машиной. Мятежники открывают огонь, чтобы прикрыть основную группу. Фактор внезапности потерян. Завязавшийся бой длится 2 часа. Все кончается бойней. Половина группы убита во время штурма или при задержании. Фидель успевает скрыться. На поиски мятежников брошены воинские подразделения. У солдат и полиции негласный приказ. Расстрелять главаря пучистов при попытке к бегству. Попадешь, Фидель, например, 27 или 26 июля в лапы вот тогда полиции, конечно, он был бы убит, безусловно. Но в его защиту выступило так много людей, так много организаций, и церковь даже вся, можно сказать, католическая тогда, что Батиста не решился на это. Кастро арестован и ждет суда.
Никто не подозревает, что обреченный на провал мятеж изменит историю не только Кубы, но и всего мира. Много лет назад он открыл для себя хорошую формулу. Превратим наше поражение в победу. Фидель, как адвокат, берется защищать себя и своих товарищей. 2 месяца он готовится к процессу, приковавшему внимание всей Кубы. У Кастро нельзя отнять одного отличного умения работать на публику. По сути, ему всегда хорошо удавались 2 вещи – террор и публичность. Публичность, которая позволяла привлекать симпатии кубинцев и людей во всем мире. Чтобы ограничить доступ публики, суд проводит в палате тюремного госпиталя. Заключительная речь Кастро длится 4 часа. Он завершает ее словами: «Выносите ваш приговор, он не имеет значения. История меня оправдает». Кастро приговорен к 15 годам тюрьмы, но победа остается за ним. Подавляющее большинство кубинского народа уже начинало смотреть с определенной симпатией на Фиделя Кастро, потому что, к сожалению, менталитет был такой, что тирания была типичной проблемой всех латиноамериканских стран и испаноговорящего мира. Таким образом, постепенно он становился очень популярной фигурой. Через год Фульхенсио Батиста вновь выигрывает президентские выборы. В стране объявлена общая амнистия. Участники штурма казарм Манкада и Фидель Кастро выходят на свободу. Я думаю, что если бы была ситуация инверсионная, Батиста был бы отдан под суд, безусловно. Суд показал бы, кто прав, кто виноват. Последствия суда, они все-таки до общественности доходят. Если бы ему было предписано отсидеть 30 лет в тюрьме, он бы отсидел. 20 лет отсидел, как и многие политические противники Фиделя, которые были приговорены судами. На Кубе у Кастро слишком много влиятельных врагов. Чтобы не получить пулю в спину, Фидель вместе с братом Раулем уезжает в Мексику. Вскоре мексиканская полиция арестовывает всю группу по подозрению в подготовке коммунистического заговора. В записной книжке Рауля Кастро находит телефон человека по фамилии Леонов. Сотрудника советского посольства, которого считают агентом КГБ. Леонов узнал, что они прибыли, и попросил разрешения пойти туда. Ему сказали: сведите контакты к минимуму. Если вы уже обещали прийти, то пойдите один раз, но старайтесь эти контакты свернуть. Не найдя доказательств заговора, мексиканцы выпускают Фиделя из тюрьмы. Участие КГБ в подготовке восстания до сих пор официально отрицается. Я потом узнал, что всем участникам будущей экспедиции Гранма, а он уже ее готовил, вот, по уставу их внутреннему запрещалось иметь контакты с иностранцами. А я, естественно, в их глазах был иностранцем, да еще советским. 25 ноября 1956 года яхта «Гранма» выходит в море и берет курс на Кубу. За несколько дней до отплытия Фидель с друзьями устраивают мальчишник по случаю женитьбы одного из товарищей. Большинство на этой фотографии вскоре будут убиты. Он публично заявил, где-то летом 1956 года, что до конца этого года я высажусь с группой вооруженных людей и начну войну на Кубе. Находясь сам в Мексике, раскрыл, собственно, основную военную тайну. До конца года я высажусь на Кубе. И он высадился 2 декабря 1956 года. В живых остается всего 12 человек. Среди них Фидель, Рауль и Че Гевара. Им удается укрыться в горах и набрать небольшое пополнение. Отряд в 20 бойцов проводит несколько успешных атак на армейские посты. Но самой успешной операцией становится приглашение в лагерь повстанцев американского журналиста. Тридцатилетний выпускник университета с докторской степенью, юноша из богатой семьи, даже в тюрьме не снимавший галстука, становится другим человеком. Здесь, в горах, рождается новое лицо революции. Фидель Кастро создал себе репутацию одиночки, который всегда говорит «нет», например, американцам. Он старательно создавал этот образ одинокого героя, нечто вроде Дон Кихота. И все же именно в этот момент в жизни Кастро появляется женщина,
который свяжет с ним всю свою судьбу. Селия Санчес была товарищем по борьбе на Сьерра Маэстро и, как мне кажется, очень смелым человеком. Она страстно боролась за свои идеалы, возможно, и ошибочные, но так, как она их понимала. Фидель называл Селию Санчес своим ангелом-хранителем. Но что скрывалось за этими словами, так и останется тайной для всех. Я помню, что Фидель тогда сказал: «Оставьте все-таки личную жизнь мою мне». Потому что я ведь, в принципе, интересен миру только как политический деятель. После того, что произошло в горах Сьерра Маэстро, его даже стали считать кем-то вроде Робин Гуда. Североамериканская пропаганда представляла его национальным героем, и особенно «Нью-Йорк Таймс» в лице господина Мэттьюса. Еще задолго до того, как Кастро признали на Кубе, и это очень важный момент, не только США сотрудничали с ним в пропагандистской войне, которая шла полным ходом, но и весь остальной мир. Пока Кастро воюет в горах, другие радикальные группы держат города в страхе. Взрывы и теракты происходят один за другим. У движения 26 июля все больше сторонников, которые действуют отдельно от Фиделя и партизан Сьерра Маэстро. Когда мы боролись против Батисты, я не был в его движении 26 июля. У нас была партия «Радикальное освобождение». А потом мы организовали другую, «Христианская демократическая партия». Таким образом, Фидель считал меня врагом Батисты, но наши с ним политические и общественные взгляды не совпадали. По мере того, как побеждал Фидель Кастро, у американцев тоже вообще глаза потихонечку пучились от недоумения. Как же так? Вот, видите ли, побеждают бородачи в горах, а их любимец Батиста терпит поражение. Я была совсем маленькая и смотрела по телевизору мультики. И вдруг на экране появились бородатые люди с оружием в камуфляже, которые шли на Гавану. И 8 дней, пока они добирались с одного конца острова на другой, это изображение не сходило с экрана. Телевидение в прямом эфире транслирует победоносное наступление бородачей Сьерра Маэстро. Всего за 5 дней Фидель Кастро проходит со своей армией почти 1500 километров через весь остров. В последний момент Батиста на самолете удирает из страны вместе с ближайшим окружением. Когда Фидель Кастро на танке въезжает в Гавану, его встречает почти 1 000 000 человек. Тяжелая машина словно плывет в людском море. Здесь он произносит свою первую многочасовую речь, и в этот момент происходит невероятное. На плечо Кастро садится белый голубь. Несмотря на активную жестикуляцию команданта, птица даже не делает попыток взлететь. Для всех верующих кубинцев голубь символизировал послание небес. Знамение. Перед ними божество. Абатала. В Кубе Сантерия – господствующая религия, в которой сплелись католицизм и африканские верования, христианство и магические ритуалы жертвоприношений. Даже в самые тяжелые времена Сантеро получали от правительства талоны на приобретение мяса и совершали ритуалы, чтобы укрепить здоровье Фиделя Кастро. Это мы просим Бога послать здоровье, команданты. Пусть он живет долго, и пусть народ процветает в мире, и пусть нас минует зло. Абатала на языке йоруба – господин белой одежды. Бог, управляющий миром. Команданты земли и небес. В какой-то мере его даже, может быть, канонизировали. И хотя формальной канонизации не было, но для населения Кубы он как бы канонизирован.
Боливия требует первых жертв. Кастро обещал кубинцам, что кровавые приспешники Батисты предстанут перед судом. И он сдерживает свое обещание. 500 человек казнены. Кубинцы на площадях скандируют к стене, остальной мир содрогается в ужасе. На сегодняшний день проведено около 250 казней, которые широко критикуются во всем мире как поспешные и жестокие расправы, пусть даже справедливые. Но Кастро заявляет, что кубинскому революционному правительству нет необходимости объясняться перед Америкой или кем-то еще, кроме кубинского народа. Кастро спрашивает у людей, согласны ли они с решением судей, и его слова тонут в одобрительном реве. На всенародном обсуждении новых декретов кубинцы отказываются от выборов. А когда Кастро демонстративно пытается уйти в отставку с поста премьера, улицы заполняют демонстранты с требованием остаться. У разведки имеет дополнительные какие-то материалы, понимаете. Я понимал, что Фидель Кастро не хочет обострения отношений с Соединенными Штатами. Наоборот, он искал всячески искал какие-то подходы, которые могли бы нормализовать эти отношения. После свержения проамериканского режима Батисты Фидель отправляется с визитом в США. Но президент Эйзенхауэр в приеме ему отказывает. Кастро удается переговорить с Никсоном. Однако диалога не получается. Я присутствовал на встрече Кастро и Никсона в Вашингтоне. После окончания встречи Фидель обратился к группе журналистов и сказал, что нужно забыть о политике и думать только об аграрной реформе. Грамота на пользование землей. Подтверждая худшие предположения американцев, Кастро дает понять, что готов говорить с Москвой. По принципу «враг моего врага – мой друг». Меня вызвал Микоян в Кремль. Вот, ты понимаешь, я еду в конце февраля на Кубу, а мы не знаем, что там произошло, потому что очень противоречивые сведения о Кубе. Очень противоречиво. Одни говорят, что это просто авантюристы, как это 12 человек совершили революцию. Это противоречит марксистскому пониманию революции, учению революции. Этот банк национализирован народом. Всего через год после революции Кастро уже готов принять официальную делегацию из Москвы. Хотя Москву все еще терзают смутные подозрения. Я даже помню, как Алексей Аджубей, зять Хрущева, сказал, вот вы приедете, увидите, что это очередной американский ставленник. Он уже в марте месяце прошлого года побывал в США. Его там уже купили, обработали. Так что ничего хорошего вы не увидите. Но на Кубе Микоян видит и слышит совершенно обратное. Кастро выбрал себе союзника. И он понимает, какую цену придется за это платить. И он сказал, что мы будем двигаться к социализму на кубинский манер, и это означает, что с Соединенными Штатами у нас будет как конфликт. Через месяц в порту Гаваны взрывается судно с грузом боеприпасов. Погибает 200 человек. Кастро обвиняет Соединенные Штаты. Впервые на острове звучит лозунг «Родина или смерть», который кубинцы будут скандировать на площадях и полвека спустя. Самая первая попытка ее, так сказать, уничтожения, которую я помню, это было в период его пребывания в горах Сьерра-Маэстро. Я даже его имя помню, этого проводника. Аутимио Герра. Ему было поручено убить Фиделя. Вооруженный пистолетом и гранатой, убийца даже ночевал с Фиделем под одним одеялом, но не смог выполнить задание. Сам предатель говорил, что у меня не хватило духа вот взвести курок и выстрелить, скажем, в спину или вот такому человеку.
Слишком велико было магическое воздействие самой фигуры Фиделя Кастро. Схемы тайного устранения кубинского лидера спецслужбы США разрабатывают с первых лет правления Кастро. В рассекреченных материалах описывается несколько сотен возможных вариантов. К разработке сценариев убийства привлекали даже автора романов о Джеймсе Бонде. Секретные лаборатории разрабатывают отравленные таблетки, порошок, от которого выпадают волосы, и авторучки с ядом. Один из экзотических вариантов предполагает убить Кастро, заядлого ныряльщика, с помощью начиненной взрывчаткой ракушки, подложенной на морское дно. Один из умников ЦРУ сказал, а как мы сделаем так, чтобы он взял именно эту ракушку? Заставим ее, говорит, играть концерт Бетховена, говорит, чтобы он ее взял. По крайней мере, один раз в качестве оружия убийства используется канонический атрибут команданта – сигара. Но попытка обречена на провал. Фидель Кастро фумала. Примеру, uno tabaco que hacía. Фидель Кастро курил табак, который крутили люди, работавшие на специальной фабрике. Они делали сигары для высшего руководства страны и ближайших друзей Фиделя. Знаменитый табакеро Карлос Москуэра начинал крутить сигары еще при Батисте. Созданные им шедевры преподносились в подарок Стивену Спилбергу, президентам, важным гостям кубинского лидера. Но к созданию сигар для команданта допускали только нескольких проверенных людей. Вы поймите, что все было засекречено. Никто не знал, какие именно сигары курил Фидель. Но я точно знаю, что это были сигары марки Лансера. Такие сигары могли сделать всего несколько человек на Кубе. Всего к концу 20 века спецслужбы разработают 638 способов убить Кастро. Как заявит сам командант, если бы умение пережить покушение было олимпийским видом спорта, золотая медаль была бы за ним. Жить под страхом физической смерти, это сам Фидель много раз говорил, я слышал это от него, тогда лучше бросить политику. Если вы заботитесь о своем физическом существовании, если оно вам дороже той политической цели, ради которой вы вышли на политическую арену, тогда бросьте эту политическую арену и живите своим нормальным человеческим бытием. Еще недавно туристический рай, Куба разительно меняет облик. Впрочем, к этому прикладывают руку и американцы. Я видел, как они строили мотели в расчете на то, что это будет очень крупная статья дохода. И действительно, она должна была быть статьей дохода. И когда объявили блокаду, то все это рухнуло. Но я видел самолеты американские, которые бомбили поля тростников, сахарного тростника. В самый разгар кризиса Фидель Кастро прибывает в Нью-Йорк на осеннюю сессию Ассамблеи ООН. Я приветствую народ Соединенных Штатов. Я не буду много говорить. Мой английский такой же, как и прежде. Но позволяет сказать, что я надеюсь увидеть вас на сессии Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций. Американцы, напуганные красной угрозой, оказывают лидерам соцлагеря более чем холодный прием. Хрущева встречают плакаты со словами «Хрущев – убийца». Для кубинской делегации в гостинице не находится места. Ах так, говорит, мы вам разобьем сейчас палатку и будем жить в ней. Досадный инцидент вскоре изменит расклад политических сил и приведет мир на грань уничтожения. Фидель поселяется в гарлемском гетто. И здесь ему наносят неожиданный визит. Так вот он жил в Гарлеме, в центре Гарлема, в гостинице. И Хрущев попросил сообщить ему, что Хрущев к нему приедет сам. Понимаете, для представителя великой державы было бы резонно сказать, пусть он приедет, я его приглашаю, значит, в нашу миссию в Нью-Йорке. Но Хрущев понял, что надо сделать жест уважения. Для Америки это стало последней каплей. Джон Кеннеди дает добро на проведение военной операции по свержению режима Фиделя. ЦРУ формирует бригаду из 1500 мигрантов. Каждый подписывает вот такой контракт. Настоящим заявляю, что я отправляюсь на Кубу сражаться против красного диктатора Фиделя Кастро на условиях выплаты 1000 американских долларов ежемесячно в течение года.
17 апреля 1961 года под прикрытием американской авиации бригада высаживается в заливе Свиней. Кастро лично участвует в отражении атаки. Наемникам удается продержаться всего двое суток. Затем они поголовно сдаются в плен. Провал бездарной операции ЦРУ ставит под удар самого президента США. В этой рассекреченной записи телефонного разговора Джон Кеннеди обсуждает со своим братом последствия, если расследование выявит, что президент отдал приказ американской авиации обеспечить воздушное прикрытие бригаде наемников. Я полагаю, что это в итоге выплывет наружу, и нужно просто решить, как из этого выбираться. Как объяснить, почему самолеты с американскими опознавательными знаками были сбиты в заливе Свиней? Так мы были правы или мы ошиблись? Вскоре мир оказывается на грани уничтожения. Американский самолет-шпион делает фотографии кубинской территории, на которых видны советские ракеты. Кто-то там мне рассказывали, что кто-то сказал Хрущеву, да их никогда не заметят, потому что наши ракеты похожи на пальмы, а на Кубе много пальм. Америка в шоке. Всего в сотни километров от берега появился непотопляемый ракетный крейсер, оснащенный самым мощным на Земле оружием. Когда Хрущев это предложил в мае 1962 года в Москве, он искренне думал об обороне Кубы. Но маршал Малиновский, маршал Березов и другие, может быть, уже тогда думали, что пусть он это делает для обороны Кубы, а мы заодно будем иметь против США, значит, там мощную силу. Америка блокирует остров и предъявляет ультиматум. Я был в 1987 году в Гарварде на первой международной конференции по Карибскому кризису. И я понял, что они все почти убеждены, что ядерных боеголовок не было. И я-то знал, что они там были. Пентагон требует решительных действий и называет президента трусом. Обе ядерные державы хорошо представляют себе возможности и последствия новой войны. Мир готовится встретить конец света. Кастро – сражаться до конца. Но Фидель Кастро о ядерном оружии этого представления не имел. О том, что весь мир может покрыться ядерным облаком. Он такие вещи просто не знал. Поэтому для него ядерное оружие было дальнобойная артиллерия. Если можно так выразиться. Наконец, Хрущев в поисках выхода из кризиса начинает переговоры с Кеннеди. О том, что Советский Союз готов вывести ракеты, Фидель Кастро узнает из новостей. У меня есть надежная информация, что демонтаж ракет и ракетных установок уже идет в настоящий момент. И что этот процесс будет завершен к пятнице. Формально соглашение о выводе ракет должен подписать и Кастро. Тяжелые переговоры ведет Анастас Микоян. В самый ответственный момент из Москвы приходит телеграмма о смерти его жены. Об этом узнает и Фидель. Микоян отошел к окну, и на глазах у него были слезы. И тогда Фидель, и в этом он, Фидель, он очень человек чувствительный, понимаете? Он очень человек, который сопереживает многое происходящее и с его собеседниками и так далее. Он сказал, я снова прошу всех сесть за стол, мы принимаем решение. Карибский кризис заставил революцию Кастро стремительно повзрослеть. Он понял, что СССР может пренебречь малой страной, так же, как и США. И Че Гевара по этому поводу сказал, что Советский Союз нас спас физически, но он уничтожил нас политически. Для краткого курса большой политики Кастро приглашают в Советский Союз. Фидель принимает парад на Красной площади, играет в бадминтон с Микояном. Для нас командант воплощает все то, что утратила советская партократия. Яркий лидер молодой революции, в которую миллионы советских людей влюбились со всей пылкостью латиноамериканской страсти.
с парфюмом для мужчин не так уж легко было. Но от него всегда очень вкусно пахло. Вот сидишь рядом с ним там, через человека, или я всегда вот этот запах шел на меня. Так меня это поражало. Военная форма, вот эта вот зеленая форма дурацкая, да? И такой вот красивый человек. Но в протоколах секретных переговоров с Хрущевым появляется совсем другой человек. Кастро перенимает советский опыт строительства коммунизма. Вернувшись домой, Фидель Кастро создает коммунистическую партию Кубы. Остальные политические движения распущены. В состав дивизии гаванской полиции вводится специальный танковый батальон. Команданты намерен в любой обстановке обеспечить полный контроль над страной. Когда я организовал христианскую демократическую партию, он мне позвонил и сказал: «Ты можешь делать все, что угодно, пока ты не вмешиваешься в революционный процесс, но если ты начнешь действовать против нас, мы тебя уничтожим, точно так же, как и других». Укрепив позиции внутри страны, Кастро начинает бороться за роль самостоятельного игрока на политической арене. Если 12 человек смогли завоевать Кубу, то Куба может завоевать, если не весь мир, то хотя бы Латинскую Америку. На экспорт отправляется фирменный кубинский продукт – революция. Много позже станет известно, какой ценой давался этот экспорт. Была другая философия. Философия такая, что надо по всему миру создать 100 вьетнамов, чтобы американцам было тошно. Ведь и период, скажем, вот этих операций, которые Че Гевара проводил, и сама его поездка в Боливию, и гибель там в 67 году, это то самое время, когда мы проводили другую политику. Советский Союз пытается резко одернуть Кубу. Сокращается импорт сахара, вводятся ограничения на поставки некоторых товаров. Москву надо слушаться. Потому что если все эти страны рядом, около нас, Польша, Венгрия, Болгария, каждая из них больше, чем Куба, подчиняются Москве, то почему этот Фидель Кастро, который целиком в зависимости от нас, и он еще проявляет какую-то независимость? Чтобы удержаться на плаву, Кастро вынужден ужесточить на острове карточную систему. Но вскоре его независимость оказывается очень кстати. Поворотным в пользу хороших отношений послужило заявление Фиделя Кастро о вторжении наших войск в Чехословакию. Он был сначала очень этим раздражен и хотел это вторжение осудить, но на наши представители ему объяснили, что вот если бы это было сделано, то значит, это означало бы победа американцев в ЦРУ. После этого очевидно. Маленький остров в океане играет самостоятельную роль в большой политике. В 55 лет Фидель поднимается на высшую ступень своей политической карьеры. Становится лидером движения неприсоединения. В 15 странах мира в этот момент тайно и явно присутствует 500 000 кубинских советников. Американцы стали просить Кубу, чтобы она вывела эти войска. Они уже не требовали и не приказывали. Они вот вступили в переговоры, как с равным партнером, и договорились об условиях вывода кубинских войск. После этого начинается череда потерь. В 80-м году умирает Селия Санчес. Верная соратница Кастро со времен Сьерра Маэстро. Как и все, что связано с личной жизнью команданта, их отношения – закрытая тема. Но, по словам тех, кто ее знал, Селия была единственным человеком, который мог хоть как-то влиять на Фиделя.
немного помогла тем оппозиционерам, которые не разделяли идеалы Кастро, но у которых не было возможности ответить ему, потому что они уже устали и потеряли силы в борьбе. Они смогли уехать из страны. Во многих случаях, на мой взгляд, Селия выступала своего рода посредником, потому что имела очень большое влияние и на поведение, и на политику Кастро. В том же году тысячи кубинцев пытаются прорваться в перуанское посольство, чтобы покинуть Кубу. Кастро объявляет, что с острова может уехать каждый, кто хочет. Больше сотни тысяч человек собираются на берегу, чтобы на лодках добраться до американского берега. Соединенные Штаты даже вводят ограничения на иммиграцию, но начавшийся исход это не остановит. У нас было самое массовое перемещение детей в 20 веке. Исход. Более 14 тысяч кубинских детей покинули страну, потому что их родители боялись того, что происходит в политике. Они росли здесь, в Америке, как сироты, пока их родители добивались разрешения покинуть Кубу, чтобы семьи могли объединиться. Иногда раньше удавалось уехать отцу или матери. Начиная с моего поколения, мы разделены. Перестройка в СССР наносит новый удар. Казалось, режим Фиделя погибнет под обломками Берлинской стены. 30-летний роман между Россией и Кубой заканчивается разрывом. Новая Россия спешит проститься со своим социалистическим прошлым. Одинокий остров свободы становится разменной монетой. Пустые полки магазинов и продовольственные карточки вновь заставляют вспомнить лозунг «Социализм или смерть». На острове объявлен особый период в мирное время. Чтобы социализм не умер, Кастро готов вести даже переговоры с США, о чем сообщает в неофициальной беседе директору российской службы внешней разведки. Разговор пошел о том, что Соединенные Штаты, конечно, противники Кубы, но он хотел бы где-то нормализовать отношения с Соединенными Штатами. Он даже предложил, чтобы наша страна способствовала этому. И действительно, после моего возвращения в Москву, президент Ельцин, которому я доложил о результатах визита, он передал американскому президенту, что руководитель Кубы хотел бы где-то нормализовать отношения с Соединенными Штатами. К сожалению, они на это тогда не пошли. В 1989 году американским спецслужбам удается доказать, что Куба является перевалочным пунктом в контрабанде наркотиков. В наркотрафике замешан генерал Очоа, герой кубинской революции, ветеран ангольской кампании, близкий друг Рауля Кастро. Есть разговоры, что пока он это делал в Африке, чтобы окупить содержание войск, кубинских войск в Африке, это ему прощалось. Но когда он продолжал это делать, вернувшись на Кубу, он опозорил страну в глазах всего мира. Арестом генерала потрясена вся Куба. Но хуже того, американцы пытаются доказать, что его покрывал сам Фидель. У меня имеются крайне малоизвестные полные протоколы судебных заседаний с показаниями самих обвиняемых. Там речь шла о наркотиках. Вот это самая страшная вещь. Потому что сам Фидель выступал в качестве свидетеля. Военный трибунал приговорил генерала Очоа к расстрелу. Расследование не выявило связи высшего кубинского руководства с наркотрафиком. Я требую открытого голосования. Те, кто согласны с приговором военного трибунала, поднимите руки. Кто против? Государственный совет единогласно утверждает приговор особого военного трибунала. Это стало поворотным моментом для Кубы. Многие стали задаваться вопросом. После того, как ты был полон веры в революцию, посвятил ей всю свою жизнь, тебя могут просто поставить к стенке. И от этого становится еще страшнее. Больше даже, чем было прежде. Дочь Кастро, Алина,
Покидает остров в 91-м. В гриме, по поддельным документам, она кружным путем добралась в Майами. Туда, где осело 650 тысяч кубинских эмигрантов. С первым сообщением о болезни Фиделя Кастро здесь начали готовиться к торжествам по случаю похорон. Слабость впервые придала несгибаемому команданту черты реального человека. Заставила задуматься, какой станет Куба без него. Сегодня я счастлива, как никогда. Я смогла увидеть его, увидеть, что он выздоравливает. Потому что вся Куба, да и не только Куба, весь мир беспокоится о его здоровье. В начале болезни Фидель передал бразды правления островом свободы своему брату Раулю. Целый год кубинцы видели своего команданта только в редких телерепортажах. Куба приучается жить без Фиделя, но продолжает верить, что он вернется. Политики уверяют, что даже если Куба изменится, она еще долго будет Кубой Фиделя, последнего героя эпохи великих политиков 20 века.